Строительство западного обхода в Иванове на финишной прямой. Сейчас в активной фазе обустройство участка Минеева, поселок Дальний. Новая дорога уже добралась до улицы Фрунзе. Теперь этот перекресток нуждается в расширении проезжей части. Здесь же установят светофор. У нас уширение дороги улицы Фрунзе происходит. И съезды, дополнительные съезды для, на Первую Грачевскую для граждан с дополнительной полосы. Протяженность строительного участка 1,8 километра, ширина проезжей части 8,15 метров. На подъезде к Фрунзе дорога будет шире. Уже оборудован тротуар и линии наружного освещения. В этом году мы планируем завершить и ввести объект в эксплуатацию. Для этого нам необходимо завершить устройство второго слоя асфальта, уложить третий слой асфальта, завершить асфальтирование пешеходной части. Также мы планируем переустройство двух перекрестков. Это Фрунзе с нашей дорогой и Минеева. Там будет воспроизведено освещение дополнительное, соединяющее участок дороги Минеева Дальний и Авдотина Минеева. В данный момент его нет полностью. В этом году на западный обход выделено 150 миллионов рублей. Работы планируется завершить к 9 сентября. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.